Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Малыши тут больше и больше времени проводят на веранде. Вот домик принесла, да? Домик, который принадлежит Фионке, маленькой девчонке. Она сразу же зашла, его проверила. Ну, подстилочку, конечно, положила, что и на коврик поставила, чтобы было прям совсем тепло и мягко. Она все-таки у нас самая маленькая, самая лисенькая. Хотя, где там девчонка? Маленькая Фионка. А эти остальные тоже любопытны, да? Ну, это, конечно, феюшкин домик, феюшкин. Уж больно он маленький. Ну, Милусик еще туда войдет, да? Хотя Вигуська тоже туда заползала. Вигусенок, помнишь, ты тоже туда залазила? А это деловая колбаса. Да, дюймовочка она наша. Наша дюймовочка. Что такое, Донечка, что такое? Тебя погладить нужно. Погладить обязательно. И тебя погладить нужно. Да всех и поглажу, всех поглажу. Где твоя избушка, Фионка? Будешь туда богатство сносить все свои? Все свое богатство. Скажет, мам, у меня такие большие палки, что они туда не войдут. Да, малышня, карандашня? Милусик, ты тоже туда поместишься. Ты у нас стройная девочка, маленькая, стройненькая. А вот Доня с Бусей точно не войдут. Как-то Лялюшка пыталась туда влезть, но у нее ничего не получилось. Ой, дядя, что это такое, меня за ребенок прыгучий? Туда-сюда, туда-сюда. Милусик, а что это такое? Ой, что-то какие-то у нее дела, дела-делища. Вот-вот добытчица пришла, пришла добытчица. Ты как будто в гнездо вид собралась. Ходит по веточке, приносит, как птичка. Ты тут гнездо будешь делать? Маленький Фионыш. Ой, а тут Буся говорит, хватит их гладить, меня гладь. А с этой стороны мне высказала, посмотрите, прям на руки запрыгнула. Ой, ну как же рук-то до вас не хватает. Целовашки, обнимашки. А Фионыш там ищет, ищет. Что еще в дом принести, да? А тут вот Милуся на руки пришла. Говорит, мамка, держи меня, держи меня. Ты моя золотая маленькая девчонка такая. Господи, разыгралась, распрыгалась. А мы всем хорошего дня желаем и прекрасного, прекрасного вам настроения.